прозвучал свисток, друзья. Второй тайм начался. Микитюк Василий идет в обыгрыш. Кулькин не дал себя обыграть. Эй, Андрюха, давай! Осколок. Снова осколок на Доценко. Ну, тут креативно пропустил, забыл Щербаков. Щербак, прошу прощения, Вадима, о том, что 4 секунды у нас. Напомнил ему Доценко. Вот. Точно он правила-то знает. Валентин осколок. Плужник Матвей. Пробивает в корпус Дзендера. Удар пришелся. Буряченко просто на ворота другой команды выбивает в этом эпизоде. Кулькин ищет, как разыграть. Играет на осколка. Валентин просто побрил, так говорит, Скрипника в этом эпизоде. Или протер. Что неприятно, я думаю, для дядек. Андрей Буряченко играет на Микитюка. Василий дал передачу, передача не прошла. Доценко разгоняет. Плужник. Снова Доценко слева. Решается на удар. Удар не получается у него таким образом, чтобы долетел мяч до ворот. Просто перед собой Скрипник, который разблокирует попытку к Тепа взять ворота. Напомню, что счет 3-0, дядьки выиграют. И не забивали у нас еще сегодня к Тепу. Просто как армия обороняется. Команда дядек. Скрипник. Микитюк. Решился на удар. Доценко сблокировал. Забавные комментарии можно было слышать. О-хо-хо-хо. Как прогрел. Дзендер играет на Василия Микитюка. Василий на Скрипника. Хорошо выиграл позицию здесь. Ищет, как действовать. Ну, опять же, в подкате. Доценко. Ну, это как пас. Щербак, Вадим, Доценко, Каменчук, осколок, на замахе убрал Василия, а дальше опять Скрипник помешал, ну снова пытается обыграть одного и второго, много борьбы у нас наблюдается, и Вадим Щербак вбрасывает на Доценко. Сколько можно ждать? Валик, чуть раньше, окей? Сразу на кровь, вот же. Алло, вы что делаете? Там, отвечай! Неудобнейший удар удался только что. Осколок Валентин так и собрал он двух футболистов обороны поближе друг к другу, чтобы пространство появилось. Но нет, все-таки Буряченко Виталий блокирует этот удар который раз. И счет несменный. Эти 4 минуты второго тайма. Кулькин. За пределы поля. Микитюк на Савченко. Не точно. Уходи, да, подай. Слишком много впереди. Микитюк Василий разыгрывает. Фрига. Снова Василий Микитюк.
Играет на Савченко. Тут просто в Каменчука Никиту. Ну, хотел одну передачу подальше. Много двигаются дядьки невероятно сегодня. И, честно говоря, так много двигаются, что КТЭП не знает, как двигаться им. Савченко. Станислав. Опасно. Сели, сели, не надо высоко, сели дома. Доценко. Будет убегать. Будет убегать. Панченко, Ростислав, не точно передать на Никиту Каменчука. Фрига. Прочитал передачу «Осколок». Ну и на вынос тут Виталий Буряченко играет. Осколок играет на Доценко. Не тот отбор, наверное, который... Точнее, прием не тот мяча, который хотел Никита. Андрей Буряченко технично. И были пустые ворота, друзья, и это гол. Сам Щербак забивает, это у нас автогол. Каменчук, неточная передача. Фрига. Хорошая комбинация вместе с Савченко. Фрига Роман пробивал, когда-то играл он за Гулливер команду еще в первом сезоне нашего турнира. Всегда был удар у него хороший. Ну и вот в команде дядьки он сейчас. Еще один удар. Каменчук. Осколок. Это его мячи. Ух, хороший удар у Каменчука Никита удается. Но створ по-прежнему говорит нам нет на забитые мячи КТЭПа. Ноль мячей. А вот со стороны дядек 4. Виталий Буряченко снова на вынос. Доценко уже стал на ворота. Каменчук финтит. Никита играет на Плужника. Потерял он мяч при обработке мяча. Осколок. Играет на Каменчука. Пробовал пробить. Получилось. Плужник. Обыгрывает здесь Фригу. Щетко. Ну вот второй раз Щетко. В том раз один из судей советовал желтую дать. И во втором движении Марат получает желтую. Так и точно уже. Ростислава дает на Плужника, не точно. Фрига. Выбивает мяч. Панченко Станислав тут играл. Не прошло. Такое опасное играет Светко на самом деле. Ну, я думаю, что ему сложно именно перестраиваться, играть чисто, как показывает практика. Посмотрим. 10 минут до завершения матча. 4-0. На самом деле интрига еще есть, еще живет. Плужник. Как бы КТЭП не выглядит командой, которая сдалась. Андрей Буряченко. Не переигрывай, Доценко. Щербак забрал мяч. Ничего не было, ничего.
Цветко. Пробивал, Доценко блокирует. Щетко. Неточный вброс Доценко едва ли не дарит супер шанс для дядек, которым не пользуются. Оранжевые. Щербак. Каменчук Никита уходит. А на дальней просто никого. Забрал мяч Доценко, вбрасывает. На Щербака Плужник Матвей. Щербак. Щербак. Вадим. В Андрея Буряченко. Панченко. Дальний удар. Проверил. Как там на воротах дела обстоят у Виталия. Нет сегодня главного бомбардира команды КТЭП. Жученко. Он стал, кстати, лучшим бомбардиром группы Б. Сегодня его помощь и его прицельные удары к ТЭПу были бы как-никак стать. Микитюк. Еще один гол от Василия Микитюка. Пробивает он таки. Доценко Евгения. А ассист у нас отдал Буряченко Андрей. Плужник Матвей, осколок Валентин. Щербак, Каменчук. Виталий снова делает сейф. Просто пока что насухо, друзья. Доброе утро, Вань! Прямо в прыщ болючий. Не выдавил, не? Выдавил. Хорошо, значит, гадай. Здесь на Микитюка. Андрей Буряченко не забивает в этом эпизоде. Скрипник. Плужник. Проходит Матвей. Ну, просто блокировал тут его Виталий. Это у нас фол. Плужник Матвей на Каменчука. Микитюк сохраняет мяч. Два футболиста атакует. Ну, пробить Доценко не получается. Этот момент опять же неплохой. Дальше отходим. Каменчук. Ставит корпус. Отдал передачу на Плужника. Осколок. Каменчук. Валентина Щербака. Щербак Вадим не точно пробил.
Микитюк. Дзензер. Микитюк Василий. Скрипник. Скрипник на Савченко. Диагональный прострел Савченко. Был как раз таки. Не туда осколок. Валентин финтит, раскачивает. Ну, много скоростных действий в этом дриблинге есть, но порой иногда нужно немножко присыпить, будем говорить так, своего врага. Ну, враг по данным принципам я имею в виду как раз соперника. И потом взорваться. Не постоянно быть взорванным. Тогда идет гиперконцентрация и у того, кто отбирает, и тот, кто ведет. И это не всегда хорошо заканчивается. А кто забил у нас? Панченко, Ростислав. Ребят, за круг, за круг. Осколок. Хорош, что ли? Это может выше, выше, через женится. Ваня, ближе к нему, Ваня. Доценко. Осколок, Валентин. Пробирается дальше. На замахе подобрал. Но вот передачу уже мельчил. На Кулькина, я так думаю. Осколок играет на Доценко. Доценко назад. Там Никита и стоит. Матвей. Точная передача на Каменчука. Не пробивал осколок. Доценко. Ну тут чуточку не успевал с ударом. Иди, иди! Плужник. Дай палец собрать. Ну нет времени. Ну потому что убрал он накрыл. Скрипник на Микитюка. Он точно Василий пробил. Мне нельзя, Жень. Ясно. Стас! Савченко. Ну, скрипник дальше не смог обыграть здесь Доценко. И напомню, что счет 5-1, 4 мяча разницы. Дави! Савченко! Снова Савченко! Микитюк пробивал, Плужник не дает себя переиграть. Уже все на воротах постояли у команды КТЭП. Наверное, только Минчук, только и Осколок стояли. Никита финтит на перекате, обыграл одного, второго. Пробить Виталия не получилось. Еще один сейф у нас от Буряченко. Отворот! Паша, разверни! Руками! Нельзя! Минчук на осколка. Валентин пробирается далее. Ну, идет, давай, Валя, давай. Скрипник. Ну, пауза, Женя, пауза, все. Никита, к воротам чужим. Доценко играет. Через назад. Плужник снова на Доценко. Пробивал Евгений. На него!
Навина здесь действовал. Бриченко Виталий. Пустые у нас ворота, друзья, сейчас. Ворота пустые, блядь, пробей поворот. Вообще нормально. Минута есть на то, чтобы изменить как-то еще счет у обеих команд. Пока что, я напомню, 5-1 выигрывает Дядьки. Очень уверенная победа. И пробивает таки Дзензер Вадим Плужника Матвеева. И это гол чисто на Дзензере Вадиме. 39-я минута. Счет становится 6-1. Самый крупный разрывной счет этого тура пока что. Выше выходите. И быстро. Есть, ой, дом. Хорошим настроением сегодня Дядьки, как мы видим, друзья. И звучит финальный свисток. 6-1. Волевая и уверенная победа Дядек. С чем мы их поздравляем?